Это видео больше похоже на кадры блокбастера или оперативную съемку. Спиленная дверь, спасатели, люди, бегущие в квартиру. Именно так в Новосибирске освобождали заложника, котенка, которого нерадивый хозяин запер в квартире. Жительница одного из домов по улице Адоевского Наталья Тимофеева услышала жалобный писк из соседской квартиры. Оказалось, что там находится котенок, а вот хозяин не появляется. Мужчина не смог открыть дверь и пошел жить к товарищу. А животное бросил на произвол судьбы. Наталья не смогла пройти мимо и начала кормить котенка через отверстие для дверного глазка. Через него же в квартиру налили воды. Мне муж помог аккуратно открутить дверной глазок. Пришлось придумывать, как кормить его. Хоть какое-то спасение. Мы поначалу кормили его сухим кормом, но потом стали и воду лить через этот глазок, чтобы котенок от обезвоживания не умер. Женщина обратилась к зоозащитникам. Вместе им удалось найти хозяйку квартиры. Женщина пришла, но открыть дверь не смогла. Оказалось, что жилец, ее сын, сломал ключ в замке. И тогда, чтобы освободить котенка, пришлось вызывать спасателей и спиливать дверь. Мы еще на тот момент думали, что за дверью взрослый полноценный кот. Когда уже открыли дверь, увидели большое количество корма, так как там оказался махонький котенок. Слесарь смеялся, что ему еще тут на неделю хватит. После освобождения котенка отвезли в приют. Теперь ему ищут новых хозяев. Но волонтеры сразу предупредили – отдадут питомца только любящим и заботливым людям.